Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о том, как в Казахстане работается. Для этого у нас в гостях Антон Морозов, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, оттолкнемся от истории с Алтаем Кульгиновым, аким Западно-Казахстанской области. Ну, в своем выступлении он сказал, что вот текучка кадров, чиновники увольняются больше, чем приходят на рабочие места. А жизнь, насколько мы знаем, ну, вообще, скажем, учителя увольняются, потому что зарплата в среднем по сфере образования 40% ниже, чем по экономике, и, соответственно, то есть высокая нагрузка. Да. Врачи почему увольняются? Ну, наверное, то же самое, высокая нагрузка, низкая зарплата. Силовые органы жалуются на нехватку. Ну, за КНБ не знаю, но МВД постоянно. В армии не хватает офицеров. Теперь вопрос, а в Казахстане вообще есть места, где, которые не испытывают нехватки кадров, и там всегда хорошо, люди хотят там работать? Очень интересный вопрос. Ну вот, что касается, да, оттолкнемся вот заявления акима. Но остается, конечно, только посочувствовать. Вот чиновников в данном случае, вот они, конечно, вызывают сочувствие, поскольку это абсолютно та же самая, как бы, проблема, да, что и у всех работников бюджетных организаций. И хоть и разводят чиновники и бюджетники, да, чиновники, но по факту бюджетники, они... но по факту это бюджетные работники, да. То есть это какой-то минимум зарплат, это плюс еще ко всему это запрет заниматься какой-то коммерческой деятельностью, да, кроме там, по-моему, чтение лекций, гонораров, вот, по-моему, за это статьи только еще можно статьи писать. Можно писать, да, и гонорары за статьи получать. Вот. Остальное это ограничено как бы там рамками, да, этического кодекса, закона о коррупции. Более того, эти люди еще часто унижаемы, да, какими-то непонятными решениями, да, как, например, делать селфи, да, из автобуса, бросить там свои автомобили, да, личные, причем не служебные, да, передвигаться на автобусе, да. Это мы сейчас про Южно-Казахстанскую область говорим. Да, это вот недавно такая практика была в Южном Казахстане, вот. Ну, как показала реакция, как бы, ну, видимо, да, практика была не воспринята в штыки, скажем так, да, практика, в общем-то, была в целом так-то одобрена. Вот, и плюс это еще другие же общественные нагрузки, это какие-то бесконечные мероприятия, да, это собрать там студентов, я не знаю, что-то там, организовать там какие-то вещи, да, организовать встречи, да, там, я не знаю, организовать махание флажками, да, провести пляски народности, да, это действительно очень большой объем работы за какие-то минимальные деньги. И, в общем-то, понятно, что люди, возможно, не приходят, да, действительно, с хорошими намерениями, да, служить государству, но потом они перегорают просто. Вот у меня личный пример, положительный, который я знаю. Когда в городе Алматы скорая помощь развалилась, ну, то есть из-за маленьких зарплат не стало хватать ни врачей, ни фельдшеров, в какой-то момент кратно повысили зарплату, и люди вернулись. Но это правда, сейчас опять говорят проблемы, но это все было еще до серийной девальвации. То есть получается, что по факту государство знает, как решаются такие проблемы. Тогда вопрос, почему оно не, скажем так, не тиражирует такую положительную практику на проблемные сферы жизнедеятельности? Ну, потому что ресурсы государства, они тоже ограничены, и невозможно погасить, да, все какие-то проблемы, да, гасить деньгами. Это, конечно, да, это, ну, даст какой-то эффект, но он в любом случае будет краткосрочным, да, учитывая там девальвационные процессы и все вот эти вот, ну, финансовые вещи, да. То есть, это, с другой стороны, это может вполне спровоцировать, да, там, самую инфляцию, да, вот такие вот вещи, какие-то кратное повышение. Ну, к чему вот это все? Да, это дальнейший рост. Здесь все-таки нужна какая-то системная, нормальная такая работа, чтобы со всех сторон, да, было увязано, как бы, да, у нас и подготовка кадров, там, и оплата этих кадров, да, и там будущие, скажем так, рынок труда, да, для которого готовятся эти кадры, ну, в общем-то, проблема такая сложная, и решить ее только деньгами, мне кажется, это... Тогда вот такой вопрос. На разик. Ну, размер оплаты, он должен как-то коррелировать с объемом работы. И вот вопрос, может ли тогда государство подойти по-другому? Ну, условно, например, учителя, которые жалуются, да, на переработку, объем работы им сделать под объем зарплаты, чиновникам тоже, там, не знаю, врачам и так далее. Или это тоже нужен очень квалифицированный управленческий ресурс, чтобы, ну, да, подойти? Да, безусловно, конечно. Ну, государство, вот, ну, сейчас вот как бы, да, скажем так,
какой-то минимальный, да, уровень гарантий, да, вот государство таких позиций подходит, мы обеспечим минимальный уровень гарантий. Да, раньше это, ну, людей устраивало, например, в сельской местности, да, работы вообще нет абсолютно, да, там учитель, библиотекарь, там директор дома культуры, да, например, люди там видят эти тенге, да, живые, вот остальные там, ну, как-то бартер там. Остальные, из остальных деньги видят только пенсионеры. Остальные, да, пенсионеры видят деньги, нет, ну, почему, фермеры видят, скот торгуют, там все такое, ну, в любом случае, вот, скажем так, стабильные поступления, да, это вот у людей, которые как раз-таки из бюджетной сферы, скажем так, да, работают в бюджетной сфере. Вот, и, ну, раньше как-то людей это устраивало, да, сейчас вот с высоким уровнем инфляции, да, с подорожанием всего уже нет, и люди как бы они, ну, со своей стороны разрывают, в общем-то, свой вот этот общественный договор с государством, да, и уходят в ту сферу, которую вот называется, да, которую российский социолог Кордонский называет гаражная экономика. А у нас это называется самозанятые. А у нас это называется самозанятые. Вот эти порядка 3,5, по-моему, миллионов цифр звучало, да, из выступления. Это уже кого как считать. Да, да, да. Но по факту это люди, которые перебиваются, пойми, кто-то случайными заработками, кто-то не случайными, но они вне видимости государства. Они вне видимости государства, да, но тем не менее они работают, как бы, да, они двигают вот этот экономический процесс, и сейчас они с государства ничего не требуют, да, но наступит время, в общем-то, да, когда они... По большому счету, этот вот кризис пенсионной системы, она постоянно же у нас, да, на слуху. Да, это, да, то, да, что эти люди теряют, скажем так, трудоспособность, и как им выживать на пенсию, которая даже, не знаю, там сколько, 50% прожиточного минимума. Ну вот опять-таки, вот нам на помощь приходит вот эта самая гаражная экономика, да, причем, ну, гаражная, это не обязательно же от слова гараж, да, какой-то СТО там, да, или там, я не знаю, ремонт бамперов, да, условно. Это любая как бы занятость, да, это вот то, что вот еще называется, как бы, скажем так, ну, какие-то промыслы, да, например. Что это может быть? Например, фельдшер, например, может ставить системы, да, может ходить ставить уколы, да. Врач, он может принимать кого-то на дому, да, может ходить сам. При этом, ну, естественно, то есть парикмахер может работать в салоне, а может работать на дому, может работать на дому, да, может куда-то ходить. Точно так же учитель, там, он может взять репетиторство, ну, не все, конечно, профессию, но большинство. Да, не все специальности имеются, так не вот, все дисциплины. Но с одной стороны, мы видим этот процесс, но говорят, что будущее очень быстро наступает. И вот в свете цифровизации и прочих, то есть... Условно, например, когда из всей популяции в Казахстане будет востребовано 5-10%, которые умеют там писать коды, да. И вот что будет дальше? Кстати, вот государственные программы, они вот это наступление будущего как-то фиксируют? Да вот, по-моему, нет. У нас как-то очень часто принимаются государственные программы какие-то, да, какие-то стратегические, там, прорывные, да, и вот такие, как это, как столбовая, в общем-то, дорога в светлое будущее, да, и, в общем-то, вот, которые программы как бы приняты, да, но уже не такие популярные, да, потом принимаются новые, смотришь, они с прежними-то не бьются. То есть вот, например, у нас, да, переход там к индустрии, да, там это, 3.0, да, 4.0, когда тут, в общем-то, у нас 2.0, в общем-то, мы пока что разобраться до конца-то не можем. То есть там вообще же появится многоукладный. Здесь есть и 1.0 там, в виде, да, полунатурального, да, хозяйства. Да, да. И цифровые экономики. И цифровая экономика, да, какая-то. Да. И, ну, не знаю, в общем, довольно-таки странно, но каких-то этих самых такого, скажем так, системного подхода, что-то, к сожалению, не наблюдается. Вопрос, когда вот такая пестрая картина, государство хотя бы может предугадать, где слабое звено и где потом прорвется? Да. Предугадать, ну, может. Предугадать может, а что? А что оно может сделать? Оно хочет вывести вот этих 3,5 миллиона граждан как бы из тени, да, чтобы потом как бы это резко не прорвалось. Вот такими, в общем-то, методами, да. Хотя, ну, вероятно, да, надо какие-то было создать условия, да, для того, чтобы граждане сами выходили, да, из этой серой темы. А скажите, они как-то работали. Вот такой момент, когда люди покидают бюджетную сферу, угу, и погружаются в ряды самозанятых, так называемую, да, гаражную экономику. Это получается, что на современном этапе бюджетная сфера, как сфера занятости, с ее уровнем требований и уровнем оплаты, она проигрывает сфере самозанятости? Да, безусловно, конечно. Конечно. Более того, люди покидают люди какие? Покидают люди, которые, в общем-то, себя там не находят, да? Которые не устраивают то, вот,
оплата, да, за тот труд, который они, ну, качественно, скажем так, выполняют, да, в итоге у нас приходят люди, которые согласны на эту работу. В итоге у нас происходит что? В итоге у нас происходит отрицательная селекция, тоже, в общем-то, какая проблема, которая в будущем, в общем-то, и скажется. По-научному это называется падение человеческого капитала. Да, да, абсолютно верно. И пока, опять же, вот смотрите, когда были деньги, да, можно было заливать деньгами. Да. Когда денег нет, тогда нужно же заливать адекватными управленческими решениями. Да, безусловно. Вопрос, а кто будет заливать адекватными управленческими решениями, если приходят люди, скажем так, худшего качества в плане человеческого капитала? Вот, 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 да, замкнутый круг. Ну, остается надеяться на чудо или на что еще? Ну, остается надеяться на лучшее, остается надеяться, что все хорошо разрешится, что... Концов, люди, да, которые что-то понимают, которые могут предложить что-то хорошее, они просто будут услышаны, и все. Большое спасибо. У нас в гостях был Антон Морозов. Мы говорили о занятости в Казахстане. До свидания. Спасибо вам. До свидания.